Всем привет! Значит, сегодня на обзоре у меня будет вот такой вот барбекю-термометр. Вот, ну, в принципе, это самый, что ни на есть, обыкновенный кулинарный термометр, но у которого армированные тросы, вот, точнее, армированные провода, и которые можно использовать в духовках, коптилках, в гриле, барбекю и так далее, и тому подобное, чуть ли не на открытом огне. Вот, значит, собственно говоря, термометр поставляется вот в такой вот интересной коробочке. Вот, кстати, термометр, можно за ним отслеживать, не то что можно, а нужно за ним отслеживать через программу, через iPhone или Android. Вот, для Windows Mobile, к сожалению, нету, да и вообще как-то, насколько я знаю, тема Windows Mobile не особо развивается. Значит, у термометра есть вот такая вот инструкция, кому интересно, ставим на паузу, читаем. Но по большому счету здесь особо-то читать инструкцию нечего и разбираться особо тоже нечего. Вот. Термометр показывает как в Цельсии, так и в Фаренгейте, что может быть удобно не для того, чтобы контролировать температуру, а, скажем, чтобы готовить какие-то рецепты, где написано в Фаренгейте, чтобы не пересчитывать. Вот. Значит, в комплекте поставляется сам термометр. Сам термометр на вот такой вот подставке. У подставки в нижней части есть резинка, то есть термометр не особо будет скользить по каким-то поверхностям. Но я бы еще сюда вклеил пару неодимовых магнитов, чтобы можно было этот термометр крепить на какую-то металлическую поверхность в подвешенном виде. Вот. У термометра есть 4 разъема для подключения, точнее, прошу прощения, 6 разъемов для подключения щупов. Вот, то есть сами щупы для измерения температуры. Вот, в комплекте их только 2. И 2 защелки, чтобы вешать куда-то на край какой-то кастрюли, ну, то есть какой-то посуды, в которую будет опущен этот щуп. Кстати, вот в моем случае это очень полезно для пивоварения. То есть мы этот термометр можем щуп повесить на борт нашего ведра или чана с так называемой брагой, с закваской. Значит, термометр включается одной кнопкой. Я надеюсь, что камера хорошо видит, но сейчас написаны прочерки, потому что на солнце, в принципе, видно, что написано на этом термометре. Термометр, кстати, жестко вставляется, ну и вот эта вот сама платформа вообще никакой функциональной нагрузки не несет, кроме как подставка. Вот, немножечко под углом, чтобы нам было как можно удобнее смотреть. При включении щупа термометр сразу у нас показывает, что в первый порт подключен щуп. Если мы включим второй щуп в любой разъем, неважно в какой, то у нас сейчас температура будет перескакивать между первым и вторым моргать. Но одновременно же, мы пока что отключим, одновременно же основное идет слежение за температурой, за какими-то процессами через соответствующее приложение на, ну, в моем случае на Android. Вот мы подключаемся по Bluetooth. Как вы можете видеть, то есть вот сверху мой термометр. Если бы были включены другие датчики, то ну, вот их здесь было бы 6 штук. Кстати, нужно сказать, что термометр работает от 2 батареек или аккумуляторов 3А. Значит, при подключении термометра мы, собственно говоря, вот видим вот здесь вот верхнее поле, это наш термометр. Значит, связь идет, естественно, по Bluetooth. Давайте я сейчас поставлю термометр на... воткну в мою приготавливающуюся курицу. Вот мы пока что телефон оставляем на столе и идем с термометром к нашей коптильне. Вот курочка где-то минут 10 уже готовится. Вот здесь мы можем видеть, что курица наша уже 47 градусов, 50 уже набирает. Ну, в принципе, как вы видите, мы можем отслеживать приготовление курицы на телефоне. Вот. Также мы можем задать какие-то режимы, какие-то прессы, то есть установить на вид таймер, если мы готовим по таймеру. Установить прессы, то есть вы видите, здесь есть приготовление различных продуктов, то есть там говядина, баранина, свинина, нам нужна курица. Кстати, некоторые прессы ты можно изменять. Допустим, тот же говядину, сделать рэйр, медиум, волдан и так далее. Вот, но нам нужна курица, то есть чикен. Выбираем прессет. И, собственно говоря, чикен у нас будет готово.
А, так вот здесь же написано 74 градуса. Значит, пока курица у нас готовится, давайте посмотрим еще, какие здесь есть параметры. Так как на улице мой телефон был не очень хорошо виден, а в принципе термометр всю информацию, все данные передает через Bluetooth именно на телефон. Вот, ну, на смартфон наш, iPhone, Android, неважно. Но, как мы видим, подключен наш термометр, вот он показывает, что 25 градусов на самом термометре, что 25 градусов у меня на телефоне. Никакого пресета не выбрано, то есть никаких параметров. Подключен второй щуп, вот он всегда сверху стоит, который подключен, то есть я подключил во второе гнездо. Если бы был щуп подключен, давайте подключим щуп еще и в другое гнездо. Достанем второй щуп. И подключим его сразу, скажем, в, ну, какое-нибудь там, вот, в пятое гнездо. Вот. То есть термометр сам, видите, перемыргивается. Второй, пятый. Вот, и у нас сразу же на телефоне появился еще и пятый щуп. Вот, ну, разница температур, во-первых, один я только что пощупал руками, сейчас через какие-то минуты они все стабилизируются, восстановятся, ну и, в принципе, может быть, немножко разная температура, в принципе. Ладно, неважно, не суть дела, значит, по большому-то счету мы можем выбрать пресс, кстати, с прошлой готовки, так как у нас в первый порт был подключен щуп, и мы выбирали чикет. Вот, вы видите, что приготовление закончено. Ну и, собственно говоря, на следующий раз этот пресс остается, мы можем просто в этот порт включить и перезапустить процесс приготовления. Вот, ну, как видите, температура уравнялась. Значит, с этими полями мы разобрались. То есть указывается температура данного щупа, вот, или данных щупов. Можно установить таймер приготовления, через какое время надо остановить, и, точнее, будет сигнал. Вот, можно добавить комментарий к таймеру, дописать в нижнем поле, вот здесь выставляется таймер, и также, если таймер у нас установлен, он нам не нужен, мы можем удалить таймер, нажать кнопку «Remove таймер». Так, таймер нам не нужен, также здесь можно выбрать пресет, как я уже показывал. Для некоторых пресетов есть разные температурные режимы, типа как для говядины, также можно выбрать, ну, вот, кучу всего и добавить какой-то свой, и здесь добавить там, максимальную, минимальную температуру, время и так далее. Но я этого делать не буду, мне это не нужно, пока что мне всего этого хватает. Программа пока что только на английском, но я думаю, здесь даже по картинкам разобраться вообще никаких проблем нету. И такие слова, как таймер, я думаю, что на русском, что на английском, звучит одинаково, а прочитать можно и секунды, минуты, то есть все это читается без каких-либо проблем. Вот показывается вот здесь, в этом поле, степень заряда аккумуляторов в самом термометре. Вот, то есть нажав на вот это, на все это поле, неважно на какую его часть, вот, то есть мы выходим в настройки термометра. Вот здесь мы можем, как я уже говорил, обновить прошивочку, но пока что новой версии нету. Переключить режим Цельсий Фаренгейт, включить уведомление о потере телефона, о разрыве связи. То есть, если мы куда-то ушуршим с нашим телефоном, далеко, что Bluetooth добивать не будет, то нам начнут пищать, что типа, вертайся назад, у тебя термометр твой отключился. Вот, время, интервал оповещений, ну и, собственно говоря, проигрывать звук и вибрировать. Также мы этот термометр можем удалить, так как, в принципе, у этой компании есть и другие термометры, и какой-нибудь может быть другой термометр подключен к этой программе. К сожалению, у меня только один, я не испытал, как будет работать несколько термометров. Вот здесь, кстати, мы можем выбрать термометры, вот, если у нас их несколько, то их здесь будет несколько указано. Ну и, в принципе, дальше все понятно. Там язык о программе, вот, поддержка. Здесь ничего интересного нету, а вот здесь вот график приготовления. Вот, то есть последнее приготовление у нас было на первом порту, и вот здесь мы готовили курицу. Но если бы мы не прервали связь и у нас шел бы процесс, то, в принципе, вот здесь просто шла бы шкала приготовления. И, собственно говоря, вот здесь вот есть график приготовления, график набора температуры. Вот. Ну, как мы видим, вот у нас сейчас стоит 70 градусов, и когда будет 74 градуса, он нам просигнализирует, и если вы видите, здесь полосочка маленько-маленько ползет кверху. Вот. Ну что, пока что ставим на паузу. Вот, ну, я видео ставлю на паузу,
кладу телефон и жду. Кстати, программу можно вообще свернуть, можно выключить телефон, положить в карман и заниматься своими делами. Он нам будет сигнализировать о готовности нашего продукта. Ну, собственно говоря, вот телефон. Собственно говоря, как мы видим, вот телефон просигнализировал о том, что курица у нас готова. Набрала уже 75 градусов. Мы, в принципе, можем немножко еще подождать, добавить еще немножко, а можем мы уже снимать и... Ну, то есть все, курица наша готова. Идем снимать ее и будем кушать. Нам приятного аппетита, а вам огромное спасибо за просмотр. Все, я побежал снимать.